Секси Кити пишет: здравствуйте. Понятно, что на меня систило. Так, мы где остаемся? Мид. У Ам. нас давайте, чтобы оставаться внутри. Нит и внешние лестницы посмотрим. Нельзя им дать залезть. Так, они на севере. Ё-моё. Ух ты ж, блин. Стан, 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 станом. Нету стана, откуда у меня? Капец. Как же так? А кто меня так ударил-то вообще? Что это было? О, бомба. Как-то у меня очень быстро хп снялось. Надо было танк брать. Блин, мы так пробежали возле него, я так еще подумал, блин. Танк пустой. Мы не прошли. Так, где все? Они все лезут и лезут. На мне слава сидит. Все живы. Так, Такоша, ты где? Вот Вижу я тебя. с тобой. Баф. Они ворота бьют. Вы где, ребят? Нам тут хелп нужен. Еще раз повторяю, вы где? Меня убила бомба возле пилона рядом я с у мида. О, блин. Нет, такой же, где ты была, я видел. Меня вот интересуют остальные. Господи, блин. Прыгнул. Блин. Встречаемся на меду. Встречаемся на меду. На меду тут Алекса прессуют. Да вообще они, короче, прессуют. Баб. Они идут. Пушки пустые почему-то. И пушки, и полные. Танки, все пусто. Еще один танк. Она станет.
Нужно бомбы. Пипец, диаболик всех нахрен убил. Блин, мне когда не хватает сидеть. А саги всех выключила в этот раз. Не дают бомбу взять. Есть внутри. Я тоже. Они сейчас чекнут, им больше дадут времени. Еще не... Это как? Так, куда все убежали? А, вижу. Вниз или внутри остаться? Пойдемте на их мид. Нежданчик-чик. Нормально, она не смотрит сюда. Так много. Блин, я тебя не достаю. На мне берс еще скрутит. Все, блин.
Алекс, ты сам с собой разговариваешь, Я сейчас реально. резнусь, посмотрю, но от тебя столько шума, причем флуду именно. Спросил бы, сколько времени, я бы тебе ответил, сейчас посмотрю. Ты эту фразу в различных ее вариациях повторил, по-моему, раза 3 или 4. У них 30% даже меньше. Такой, жду тебя на северной лестнице. И тут. О. Жаль на мид. Убили. Это как? Это жесть вообще просто. Никуда не придем, везде толпа, нас двое, блин, меня сразу сливают и все, я даже сделать ничего не могу. Вообще-то нас хватит четверо. Бери бомбу, они пробили. Чекают. Рипер. Там их три. Если он зачекает. Ты одну... взял эту и эту рипер чекал, а другой не было. А, мне казалось, их три было. Ну, проиграли. Алекс, британец, ставите на меня метку и бегаете за мной. Не отходите. Если посмотрите на ту нашу пачку, они всегда бегают пятером. И да. Я на все три... Что? Я на всех вас поставил. Нет, поставь только на меня. Может, все равно сюда первый бегу. А остальные должны бегать за мной. А у нас танчик. Да, я у нас как танчик своеобразный. Чармов нет? И, Алекс, от толкучки не отходи. Я тебя сейчас за всю БГ, может, только два раза увидел.
Я не уверен, что даже дэми допилите. Давайте. Тут. Наши решили полететь на. Полететь, а побежать на север. Давайте левый дирижабль. Поэтому мы не побежим на внутреннюю лестницу, ее, скорее всего, действительно дефит. Мы попробуем ворота побить со спины. Нам ждать особо не нужно. Сейчас, в общем. Да, мы высадимся около этого танка, но забирать нам как бы его смысла нет. Мы только разбить как-нибудь, чтобы он другим не достался. А, можно его забрать и по меду, по пушкам на меду пострелять. Как вариант. А подождите, они не хотят ворота бить. Лезть, что ли, хотят? Чуть не понимаю. Их уже вам встретили. Алекс, стреляй по меду. Если пушки пустые, стреляй просто там куда-нибудь в районе кристалла. Это кошмар вообще. Охереть. Тут кританул по мне, по пушке хорошо. Так, резаюсь на севере. Беру бомбу. Okay. В принципе, там. А, нет, там многовато все равно. На мне слава. Я их там бомбанул как следует, сейчас можно прорашить. Так, и все. Так, я только что помер, ресусь на основном респе. Есть шанс пролететь на дирижабле. Кто-то пробрался. Прямой дирижабль свободен, жду вас. По возможности убейтесь.
все, мы уже полетели. Неважно. Нас раскладывают вообще просто на изи. Не знаю, куда бежать. Эй, но у меня бомба. Да, уж разница.